Впервые в своей истории Кемеровский Кузбасс играет в финале чемпионата России. Ну а мы, в свою очередь, также впервые находимся в угольной столице России, когда здесь не минус 30, а плюс 22. 4 часа разницы с Казанью, и нас ждет тренировка «Зенита» и опробование кемеровчан, собственно, в спортивном комплексе «Арена». Вы, в свою очередь, досмотрите наш сюжет до конца, потому что мы вам обещали два подарка от волейбольного клуба «Зенит Казань», которые вы сможете найти в конце ролика. Комплекс «Арена», дом Кемеровского Кузбасса, одна из самых уютных арен мужской суперлиги, которая вмещает при этом всего лишь 1700 мест. На завтрашний матч организаторы продают стоячие места. И в общей сложности завтра игру посетит около 2000 болельщиков. Другой вопрос, что Кузбасс у нас следующий год играет в Лиге чемпионов, и минимальная вместимость арены, необходимая для проведения игр, составляет 3000 зрителей. Тренировку Кемеровского Кузбасса мы, к сожалению, не застали. Ну и, пожалуй, главный вопрос перед третьим матчем – сыграет ли в нем Антон Карпухов, который пропустил вторую игру, и его место занял Сергей Никитин. Об этом мы узнаем уже непосредственно завтра. Что касается волейболистов казанского «Зенита», то, как видите, все 14 игроков здоровы и готовятся вернуть серию в Казань. По крайней мере, очень-очень хотят этого. Сегодня казанцы вместо стандартных 90 минут провели на площадке один тренировочный час и еще немножко индивидуально поработали над подачей. В целом, об этой финальной серии уже сказано достаточно много. От себя могу добавить лишь один занимательный факт, что еще ни одна команда не выигрывала финал чемпионата России, уступая по ходу серии 0-2. У казанского «Зенита» шанс еще есть, первый из которых просто необходимо реализовывать 7 мая в 15 часов по московскому времени. Как и обещали, подарки от волейбольного клуба «Зенит Казань». Второй будет завтра, ну а первый мы оставляем в непосредственной близости около спорткомплекса «Арена». Здесь находится площадка для пляжного волейбола и один небольшой гараж. Вот, собственно, там мы его и оставим. Эй, давай, Эрвин Гапет! Эй, давай, Эрвин Гапет! Эй, давай, Эрвин Гапет, подпишись на канал, у тебя выбора нет. Окей, no problem. Woo! Woo! Woo!